Полицейские республики просят водителей быть внимательнее по отношению к своим транспортным средствам. В Мэриэл зарегистрированы случаи угонов авто. Один из них произошел на этой неделе в Звениговском районе. В дежурную часть ОМВД России по Звениговскому району поступило сообщение от 40-летнего местного жителя об угоне принадлежащей ему автомашины «Лада Приора». По полученной ориентировке сотрудники дорожно-патрульной службы в течение 2 часов обнаружили угнанный автомобиль. Законные требования остановиться водитель проигнорировал. И после недолгой погони дорожные полицейские остановили разыскиваемый автомобиль, заблокировав его, после чего подозреваемый был задержан. Им оказался ранее судимый за аналогичное преступление 18-летний житель Звениговского района. Полицейские выяснили, что заявитель в этот вечер подрабатывал частным извозом. В поселке Шелангер он посадил в машину 3 нетрезвых пассажиров. Однако после долгой поездки водитель отказался везти их в очередной пункт назначения, из-за чего между ними произошла словесная перепалка. Далее мужчина вышел из машины поговорить по телефону, при этом ключ оставался в замке зажигания. Этим и воспользовался один из пассажиров. Незаметно пересев на водительское сиденье, он совершил угон. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.